22-й детский сад Уссурийска готов к новому учебному году. Такое заключение сделала специальная комиссия в ходе проверки. Здесь открыто 6 групп. Посещают садик 152 ребенка. Силами дружного коллектива внутри и снаружи был сделан косметический ремонт. На улице красочно оборудованы игровые площадки, оформлены клумбы, высажены цветы. В этом году у нас были отремонтированы 2 санузла. За счет краевых субвенций у нас была закуплена методическая литература, канцтовары на каждого ребенка, игрушки, модули развивающие, мебель в 2 группы. Поэтому я считаю, что мы готовы полностью. Следующий на очереди садик номер 35. Здесь была проведена большая работа по благоустройству прилегающей территории. Подрядчик заасфальтировал пешеходные дорожки, подъездные пути, установил новые бордюры, отсыпал участки для прогулок. Теперь малыши приезжают на велосипедах и самокатах, от которых, как сказало руководство, парковка по швам трещит. Ну и, конечно, ребятня резвится на новых игровых комплексах, качелях и в песочницах. Хочется отметить, что практически сады приобрели новые малые формы, современные, на которых детям безопасно играть. Им очень нравится. Мы вот смотрим, как вот они веселятся, радуются. И это приятно смотреть. Я думаю, что надо приложить больше нам усилий, чтобы от старых форм всех уйти, от опасных. И вот такие новые современные малые формы ставят. Особое внимание в этом году уделяем готовности с точки зрения целостности конструктива, коммуникаций, инженерных сетей. Вот здесь для этих целей привлечен именно специалист с профильным образованием. Эти сады успешно прошли проверку на готовность к новому учебному году. Отметим, что наличие системы оповещения – главное требование для всех. Им комиссия придает особое внимание, ведь это безопасность детей. Приемка объектов образования продлится до 15 августа. По плану комиссия осмотрит 83 объекта. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс.